Ладно. Вдруг ты где там сидишь-то? А. Блин, чем банку скрыть? Надо ножик сделать. А что у нас ножик каменный делается? Из Из камня и... камня. Ага, Два камня, камень. два камня. Где их найду? На полу ищи. Дверь от Волги нашел, надо кому? Не под себя. Ладно, я отъехал. Давай, давай. Ага, бан хорошо. Вроде работает. Рестартов на бан, на банове нету. Хорошо. Все, буду где-то через часик. Давай, давай. Угу. О, что нашел? Таблетки с мультивитаминами, ну-ка. Может, маленько это вылечить. Пять человек. Здесь нашел ножик, сейчас я буду кушать. Где вы там хоть? А? Где вы там хоть? Я в магазине сижу. Подскажите, а есть на сервере этот патимот? Да. А на какую кнопку? Подходишь к другу, нажимаешь F, удерживаешь, добавляешь в друзья. Я тут. -то. Короче, подойти, просто удержать F и да, 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 и в друзьях. О, все понял, спасибо. Пожалуйста. Это ты про что ему рассказывал? А, про друзья, когда болят. Так снесен этот патимот сейчас. А, он убран? О, а я не в курсе. Блин. Ну вот, дезинформация. Ну, какая дезинформация? Он работал, работал, все. Скажешь, только снесли. Лучше не говорить, да, согласен. Я побежал куда-то, о, тут еще и река. Ну. Подожди, там это, смотри, я там где магазин. Оббегай дом с другой стороны, там я где магазин. Давай вместе, где ты? Ты куда побежал-то вообще? Не, из дома выбежал. Ты где? А, ты через вот этот, с модами. По прямой, через заборы. С модами, в смысле с модами? Ну, как вот. Вот я стою на заборе, ты к речке подбежал. Ты меня так не увидишь, мы с тобой 160 метров друг от друга. Фига себе, а ты через речку прям пробежал, что ли? Нет, нет, по берегу реки прямо к этому, к разломам иди. А, вон туда вон. Вон ты в кустах чапаешь. Ага, понял. Клады, на тебе этот М16. 4А1. Блин, я болею. Таблеток нету. Что тут есть, где медичка поблизости? Надо искать. Есть, есть. Здесь прям на карте она отмечена, больничка. Вот, Андрюх, на той стороне она. Да. На ту сторону побежали, там, может, медички что-то найдем. Да, только придется чуть-чуть замочиться. Ну ладно, потом костер зажгем, послушаем. Везде кругу нашли. У меня одна зарядка сейчас, у тебя, по-моему, вообще патрон нет, да? Да. Она чем стреляет-то? 5,56. Подожди, 5,62, 5,45. А, вон она, больничка. 5,45 на 39. Тут что-то... Пожрачку нашел. Там одежда какая-то есть. Пинжак мужской, брюки мужские, кроссовки. Да себе. Полный комплект, блядь.
тут еще джинсовые шорты. Почему-то в машинах вот двери валяются, блин, во всех машинах почти замечаю. Я коробку гвоздей нашел. Такое ощущение, как будто она пролутана. Да, ну, наверное, кто-то пролутал уже все, весь город. Сережа, наверное, пролутал уже все. Вон, бинт нашел. Зухи. Толщевая сумка медика. Таблетки с мультивитаминами и бинт есть. Ну, мультивитамин ты нафиг не нужен, а вот какой-нибудь энергин как или... Нафиг не нужен, у тебя это понижает ты... шанс заболеть простудой. Я болею простудой. О, физраствор сильно поврежденный. Это еще сигнальная ракета. КДИН более утолить таблет справится со слабой умеренной болью. Попробуем одну сожрать. Барс. А что здесь за опять выставка автомобилей? Где? На НТЗ. Ну вот поди их, разгони. Два белых рядом мерено. Красные мерено стояли, да. Поди им скажи, вы что, обалдели, что? Я не понимаю, что это GPS приемник, что он вообще начал работать. Батарейку вставь. Он вставлен, батарейка. Да, хз. Напиши прямо в чат, скажи, так, что за стоянку устроили. У вас час, чтобы разгребсти. Все. А думал, ты хочешь мне это говоришь. Напиши в чат. Напиши в чат, нахуй. Там у меня еще прописка часов стоит. Люди я нахер пошлю. Да. Скажет, Вася, ты что, блядь? Ты что-то гонишь, блядь. Ты же модератор, напиши как модератор. Я модератор, вы что, жизнь за машины? Ну да, что за такое? Попробуй, тебе ответит, проверим. Сейчас смотри, его сейчас на ТЗ прям завалят. Смотри, подожди, я сейчас зайду только тоже в игру. Я тебе отвечу. Ты знаешь, да, какое наказание за оскорбление администрации? Пойдем на ПВП сервер с тобой, значит, стреляться. Лиц пойдем. Так мы и так сейчас на ПВП. Ну, пусть заходит. Заходи на ПВП, у меня есть портер, нахуй, патроны к нему. Я по одному патрону заряжаю, ну похер. Андрюк, ты куда убежал-то вообще? Я даже кому где-то. Блин. Я зомбака тут бил. Зомбак. Вы повернули налево, я повернул направо в гараже. Мы у медички еще. Скс-кс-кс-кс. Ну, проходи. Скс-кс-кс-кс. А, нафиг я в эту сторону побежал, я забыл. Меня обратно беги, меня обратно беги. Я понял, я бы побежал в ту же сторону, блин. Они что, не реагируют на звук? Кс-кс-кс-кс-кс. Алло. Похеру, прикинь. О, Андрюху вижу. Где ты меня видишь? Это Дэна ты видишь. Ух, ебать. Нихуя. Громкий. Андрюха. Сука, промазал. Сука, промазал. А, это Лёня был, блин? Я палатку тащу. Автомобильную, между прочим. Спасибо, Лёня. Уходи, там еще один. Понятно, пуля не втащил. Во. Ну, Андрюха, тихо, без пали. А все, патрончиков-то нет. Прям здесь, возле медички, сейчас и обоснуемся. Да, давай ставь на ногу. Город утабельный. Нам есть кинза не падает. Здравствуйте. Здравствуйте. Ты кинза вставляешь, Гоня? Нормально. Я температуру мерю. Не могли бы вы немного помочь? У меня тут немного машина перевернулась, а кострами ее перевернуть не получается. Ключ есть? Попроси кого-нибудь из игроков. Да. Свернуть, развернуть тачку. Лут не оставляй мне. Так
у меня ключа-то нет. Попроси этих, там же есть эти механики, спроси их. Сегодня так, вообще-то, еще четверг. Так что извини, не имеем права. А по пятницу только можете, да? А? Только в день святого Лоуренса можете, да? Да нет, просто четверг это день без админки, мы тебе не поможем. Чего? Да. Кто-то говорит, мне даже интересно. А, у нас четверг день без админ. Мы сегодня этим занимаемся. Попроси механиков, МЧС. Часового, вернее, извини. Сейчас. Все. Спасибо. Кто-то убежал. О, шлемак. Барс. Допустим. Это Юрий Бобров не проверял, да? Какой Бобров, блядь? Бобров. Игорь Бобров. Баг. Багров. Баг? Где баг? Опять баг. Мало нам баг. То бан, то баг. Хотя то баны, то баги. Что происходит? 72 на 39. Да не проверял я его вчера. Когда бы я его проверял? Не знаю. Сейчас, например. Сегодня чистый четверг. Оставь до завтра. Да. Вообще, ты где? Я не понял, почему у тебя до сих пор на банове нету? Да. Ох, нихера он где, блядь. В самом верху, блядь. Нихуеет. Ой, я картошку нашел. Надо костер разогреть и пожарить. Ну, а Дмитровская выше никого там нет, да? Не помнишь так? На Новодмитровском, где у нас справа, да, наверх? Там в самом верху справа, да, на Новодмитровском. Ну, там база же этих механик. Ну, у них справа, вверху справа, а это над Новодмитровском. Конец карты вверху. Да вроде там никого, я не помню. Добрый вечер, я диспетчер, я заболел. Ты заболел? Ого. А тут прохладно еще, смотри. Угу. Да, плюс мы реку вброд переходили. А, вот вы заболели, мама. Бочку нашел. Сейчас бочку принесу на базу. Типа у нас бочка шоколадки есть. Батя поставил прямо. Так. Что там, Леня, есть что-нибудь? Надо машину искать, я нашел канистр с бензином. Сколько до базы клана должно быть? 500. Базы клана. От базы до базы. Клана. Именно клана у нас не этот самый. Просто от базы до базы. Без разницы, клановая она или нет. Короче, такие не сделали, да? Понятно. Челяба. Придумай, напиши. Ты же сегодня хорошую идею написал. Ни хрена ты бочку поставил на угол. Да, я сам офигел, просто гонорал на хоп на бок. Как монеточку. Эти китайцы же ставят всякие вещи там. На уголочек там, капец, там, стиральные машины, холодильники. То же самое. Еще вернусь. Придется сырую картошку сожрать. А, я и не сожрал, понятно. А, нет, сожру.
Че, подальше куда-нибудь отойдем? Нет? Ну. Опасно. Лень, что думаешь? А, понял. Ну вот именно. А, старый добрый звук. Ты был вот в этих верхних гаражах, кстати? Нет, нет, нет. Капец, их тут много. Ну да. Наверх хочу, наверх хочу. Опа, кодовый замок на 3 цифры. О, а, там родины, да? Палатку. Вон там школа как-то наверху, что-то подобное. Поесть бы что-нибудь вообще. О, такой дом интересный. Оп-оп-оп. Дверька-то нет. Уже вторая коробка с гвоздями. У меня еще одна есть. Слесарная ножовка. Кабельная катушка и сварочная маска. Полная еще, нифига себе. Я еще одну канистру полную нашел. Так, гвозди, проволока, если что, в бочке. Аэропорт, ну где? На карте, а вон. Я револьвер нашел. Да. Еще нашел какую-то карту Банова. Короче, непонятно, что за карта, она сильно поврежденная, она не открывается. Он, блядь, хуяк, чел. Чел, стой! Стой, чел, канистру отдай. Канистру отдай, блядь. Думал на меня. Такой мимо, знаешь, плоска губка, заебись. Автомобильная лампа. О, Андрюх, мы почти машину собрали. У меня тоже автомобильная лампа есть. Только машина осталась найти. Я заболею, не сдох раньше времени. Ой, точнее, не сдохну раньше времени. Я болею, у меня ХП падает. Костер разожги, есть? Согрейся да, сначала. У нас даже рубить нечем костер. Я ни одного топора найти не могу. На картошной. О, зато этот кувалд нож. Так, вот это что такое? Защитный ящик. О, говно какое-то. Не, ну так-то лучше в гетера валяет, но таблеток что-то не одна. О, пилу нашел. О, ништяк. Куда мне ее девать, у меня тут все пиздец барахлом забито. Иди в бочку скинь до палатку. Я пилу боюсь потерять. А я еще в руки возьму, короче. Наборы для ремонта шин, колеса. А что толку я костер зажгу? Что я вылечусь от этого? Ну погрейся, может легче станет. Может не заражение, может. Здесь переходы с пятиэтажки на пятиэтажку, прикиньте. Блять, в самый низ надо бежать к бочке, да? Ну она там, да, там палатку поставил. Я побежал на военку, которая выше. Аутпост элиты.
Бегай лучше, знаешь куда? Вот здесь есть повыше эти аптеки. Может, в аптеке сгоняем, нахуй? Ну, вот сейчас, да, вот сейчас пойду. Блин, мне что-то выкинуть надо, короче, чтобы мне нахуй в аптеке сбегать. Чтобы меня пила, блядь, ножовка. Побежала сейчас в бочку, сейчас грузит. Дэн, ты будешь на черно? Я, ну, нет, я еще пока на банове. А что такое? Андрей. Че? Ты на черно будешь? Не знаю. Возможно. А что? А? Чё, а? Чё? Чё? Чё ты мучишь, блядь? Черно? Это что, блядь? Это что такое черно? Что такое черно, блядь? WhatsApp кинули девчонку или мальчика, она. А? А? В шапке такая зимняя. Не, ну хрен с ним, это, блядь, кору я нашел. Мне надо где-то веток нахуячить, только где, блядь. Пивайся, ты чё, блядь? Товарищи админы, подскажите, пожалуйста, что за обновление на 2,2 гига? Куда? Вернее, извините. В DayZ. Нет, в DayZ, на какую карту? Я не знаю, просто контент из мастерской в Steam, обновление 2,2 гига, в общем. А вообще на 325 метров. А у тебя только наши моды установлены или других проектов? Нет, только Серегина. Тогда хз, надо Сереги спрашивать. Ну, могу предположить то, что у тебя еще банов подгрузился. Но... Кто там стреляет? Это я стрелял. Сейчас гляну, сейчас откроется, я посмотрю, что обновилось. Я на военке, если что. Где Райсус обновился? Острова. А, так у нас островов сейчас нет. Нет, ну они-то у нас же есть, как бы в модах. Мы обновил. А, ну да. Ну ладно, нет, не волнуйся. Слава Богу. Понятно. Обновились. Опа! Чё, вдруг? Я нашел машину. Найди мне таблеток лучше, бля. Сейчас таблетки принесли. Серьезно. А чё, военка и без лута? Вы на обычной лазите, что ли? Мы на в другой вообще карте. Прям вообще другой. Давай, блядь. Тестики, понятно. Ладно, все, не отвлекаюсь. Спасибо. Не тестим, просто смотрим. Бля, тебе чё? Лё, я нашел. Мне надо таблеток каких-нибудь пожрать. Я нашел бинт тебе. Нашел набор для переливания. О. Таблетки. Хлорные таблетки пойдут? Ага, в любом. Коробка патронов. Это не надо. Сейчас. Я военку лутаю наверху, которая. Короткий прицел. О, нашел ксюку. Надо аптеки лутать. Проверить-то нечем, блядь. О, я пока медицину полутаю. Да, он отолил сейчас это. А сейчас балты откинул, нахуй. Гранату нашел. Алло, не нашел тебе лекарство, гранат. Ага, вообще обалденно лекарство, кстати. Так, ну я костер починил, это сообразил. Побежал в палатку сейчас это. Ты что там долбишь? БКшка 18. 7.62 на 39. Я на верхнюю пойду аптеку. Сука, не попал. Они от меня как-то отъебутся, у меня так патроны кончатся. Причем все, которые я нашел, блять. Печально. Так, ага. Вот, все сильно пролетело.
фильтр противогаза, компас. Ну, я греюсь, но толку, походу, дела ноль. Тебе фильтр противогаза и компас поможет? Да, по-любому. Чтобы сдохнуть. Коробка патронов 9 на 19, морфин, активированный Лейс. Уголь. Лейс нашел. Лейс? Да. Еще один фильтр. Блять, надо все в машину складывать, у меня места скоро не хватит. Охотничья куртка, самая теплая. 70 тундра еще. Пойду попробую картошку пожарить. Согрейся сам, пробуй еще. Штаны, 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 блядь, брюки. Тапочки не ноют. Тихо-то где, блин? А, вот на карте, смотри. Уже вижу. А, нельзя ни хрена картошка, я, наверное, почистить надо. Если почистишь, можно так съесть. Без жарки. Градусник имеется. Не поможет. Да, это что я думаю. По медицине-то вообще нифига нет. Пустая вся. Скажи честно, ты меня это много раз слышал, да? Ведёшь куда-то. Кого на, орган, на органы? А, все понял. А еще нам флаг нужен. Вау, спасибо. Андрей? Ты тут? Нет. Да, да. Спасибо. Спасибо. Да, костры не ставились. Благодарю вас. Лень, дай флаг ему. Ой, Лень, говорю. Челяп. Ну, сейчас где-то у меня в кармане лежал. Так, ну, допустим, я нашел револьвер. Я тоже. Уже можно застрелиться, это хорошо. Это уже что-то. А что там, одобрено? Челяп. Mm. Одобрено? Флаг попросил. Да, у них давно одобрено, этот флагшток ставили. Ставили? Угу. Ну ты заедьте, я дам флаг сейчас перезагрузить. Слушай, не слушай. А, флаг на ТЗ будет, да? Да, на ТЗ, на ТЗ. А что за флаг будет? А, какой скажешь. Ну, в смысле, допустимо, какой скажешь. Сейчас, смотри, там человек такой будет, он как раз на ТЗ побежал. Алексей Петрович зовут. Угу, да-да-да. Он выберет на свое желание, там, я за ним все равно приеду. Своё желание выберет. Да, ну, как им там ну, понравится. Короче, если он будет, как он будет там, пусть зайдёт. Да. Хорошо. А ты медичку здесь сельскую эту пролутывал, да? Вроде да, я большую там с... Выше военки, которая там. Так это моя медичка, не трогай, она вообще не трогает. ХП я поднял, а... Болеть он все равно болеет. Твоя медичка там, где ты топчешься, понял? Лучше не заходить на черно, блядь. Не заходить на черно? Да, это был намек. Угрозы, угрозы, понял, понял. Ты уверен, да, сейчас в своих словах? Челяп, 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 челяп. А что ты говоришь, это ванилка? Вот смотри, здесь написано, есть метка Green Cup. Ну, получается, это приемщик наркоты, правильно? Не, она вот у нас есть включена. Алиса Аэропорт. Но это не это. Это значит не ваниль, это ванильные все были. Нет, это не ванильные. У тебя просто с того сервера, где ты играл, остались точки.
С какого сервера? Давным-давно с которого? Да. Ну, типа да. Но я не отмечал точки вот эти GrimCap. Ну, ты не отмечал, а эта самая программа их запоминает. Богемия. Сама карта же запоминает эти смотри, точки. Смотри, место. Богемия интерфейс. Интерфейс. Loot Stash. Loot Stash и Богемия Interactive это ванильные точки. В том плане, что они по дефолту выставляются. Катаран какой-то, катапан. Ты если туда придешь на эту точку, там ни хера не будет. Вом, это что такое? Over Grown Military. А где же у нас наркота-то была? Где-то вот здесь ведь. Это что? Наркота была... Ребор. Где-то в конце, ой, вверху справа. Rabbit. Это что у нас? Так это все же модовское выставлялось. Ты же там сейчас не найдешь на ванильке, ты что? Же добыча это все модовская. Я еще один хер болею. Бежала дальше полутает, значит. Я тебе несу этот сейчас. Кого? Физраствор? Физраствор. Лёня, тебе дичайше повезло. Чего? Я тетрациклин нашел. Наконец-то, блядь. У меня уголь еще есть. Андрюх. Ты этот. Флаг будешь давай. Да я сейчас иду, блин. На ТЗ он уже? Да. А ты будешь давай, блин? Да. Кто-нибудь прибейте его, пожалуйста. Я иду. А чё, Андрюха не может туда? Он занятой человек. Чё, умереть хочешь, я не понимаю. Он если берёт, точно, блядь. Я все записываю. Это только тебя и спасает, да? Пока да. Там промат. Мне там отмечал. Уделка. Как теперь сервер? Я надеюсь, меня сейчас на кочках не перевернет. Парни, извиняйте, что беспокою. А как добавить в патимод человека? Пока нету патимода. А нету патимода? Да. Понял. В процессе добавления. Старый снесли, новый еще не накатили. Все, понял, спасибо. Да не за что. Тут... Что-то походу диск тенда почистить, у меня FPS падает где-то, что за херня. Ну что-то уже в другом месте стал выкидывать, блин. Это плавающая проблема, не обращай внимания. Да я в курсе. На, блин. Ну это много, наверное, я думаю. Блять, тут Рома бежит. Это зда, блядь. Дэн, а ты на каком разрешении играешь? На 4К. Ну там 3000 там на сколько-то, да? 3800 на было. Угу. Хуят на Волге приехал. Ничего себе. Да. Я ж ее собрал. Я там и радиатор нашел. Нихуя ты, бля. Петрович, ты здесь? А, вот. Да. Какой флаг? Только я забыл, блять, воды набрать. Пиратский себе. Пиратский. Угу. Это я фляжку только видел. Просто я в спавне нашел одну канистру маленькую, там 9 литров. А, воды у меня тоже есть. Надо тоже съесть бег, воды набрать. Все, давай. Это, теляп, отметь флаг, пожалуйста. Угу. Так, что отметить еще раз, Николай? Да я что-то тут, блядь, задумался. Что отметить? Какой флаг? Где отметить? Галочку поставь. Вот смотри, где мы сейчас на Чернобыле. Регистрация базы. Мы регистрировали кому, получается?
Это еще старое, блядь. Они делали флагшток. Я понял. Кому регистрировали? Аргонов. Аргону. Вот нажимаешь поставить, добавить, да? Добавить реакцию и ставишь вот, вот такой этот. Понял? Да. Тактику понял? А, все. А, не поставил. На Изи, на Волге. Нет, этот финишный. А именно как это финишный? Квадратик, квадратик, квадратик. Белый. Ничего еще. Поехали, Андрюх, на военку. Сейчас нам воды надо попить. У меня вообще красная бутылка. Тут есть военка. Так-то можно на ультрах играть. 50 FPS, 41. Тут вроде плавно. Как нормально старые видеокарты? О, кастрюля там стоит. Здрасте. Можно вопрос? Чистый четверг. Кто это говорит? Чистый четверг, Маша. И чё? Ничего, с нас снимается админка, и мы бегаем просто так. И? Я вопрос задать хотела, а не просьбу какую-то. Ладно, ладно, все. А вопросы платные. Ну, тогда пусть будет завтра. Просто этим можно воспользоваться, как бы там, ну да, ну, баг, говори, конечно, типа не говори, баг. Говори. Короче, а почему на ТЗ покс, этот химза продается, покупается? Она разве только продаваться? Не, не должна только продаваться. Эти кругляшки, что ли? Кругляшки, да. То есть, если ты их разобьешь, будет химза. По идее, она должна только продаваться, но покупаться она не должна. Я ее могу купить. Ну, хорошо, покупай. И в чем проблема? Но... Если ты ее купишь, ну, в чем проблема? Да, продаваться продает, поскольку она? 2000. А покупается? Ой, продаваться она продается за 200, а покупается за 2. Просто сам факт того, что зачем-то, по идее, ее наоборот, ну, не должны покупать, а только продавать. Другие нужны очки. Это как и с темой вирус мертвых, его аж купить нельзя, его можно только продать. Надо подумать как-то это. Ну, в принципе, ПВЕ, кидайся им где хочешь. Штука не смертельная, но можно вылечиться. На очки. Ну, не знаю. Надо подумать, Маш. Надо подумать, окей? Ладно, давайте, до свидания. Спасибо. 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 У тебя такое спасибо. Спасибо. Это любимая его фраза, он услышал и всю жизнь будет повторять её. Алкогольная настойка есть там. Контент пошел. Будь здоров, не кашляй. Че, он вылетел тебя, нет? Лень. А? Я ему тетрик дал. Поедаю потихоньку, он сейчас, пока таблетка горит. Да я сам кашляю, он хожу постоянно. Я в школу зашел, думал, это медичка. Не выход-то... О. А ты уже вышел, Дэн? Я, да, я уже все обратно ушел. А что Юру Багрову не проверил? Сука. На соседей. Ех ты, блядь, как я себе нашел. Да, блин, что не напомнил-то, блин, челяп. Сам только сейчас вспомнил. Во-во-во. Я просто говорил одному человеку, но... Ага, ты забыл, а мы виноваты. Во-во-во. Говорил одному человеку. А ты где живешь? На Таганке. На Таганке. На Сикова есть тоже Таганка. Да, да, давайте проверим вас на уровень шизофрении. Я буду говорить, а... Люди, иди сюда. Кто первый заржет, болеет. Ко мне. А ты где вообще? На площадь на это спускайся. Слышите, нет? Алло. Давай. Ну, все слушают. Ну. А. Б. В. Г. А я ее не вижу. Понятно, бля. Г, Д, Е, Ж, З, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, О, П, Х, С, Т. Это все? Ну, все нормально, вы здоровы, че. Я думал, что-то...
Зато вы, по-моему, нет. Алфавит тут сидит, что-то читает. О, тут нифига этот есть, медичка. Прям скорая помощь. Я пистолет ИЖ-70 нашел. Это с коляской, которая... Андрюх, тебе ботинки вот такие не нужны? Ну, у меня синенькие штурмовые. А у меня, смотри, какие кюркеды, нахуй. Кюркеды? Да, красные, мокасины. Кюркеды. Кюркеды. Он шапочку себе не хочешь? Не, у меня кепочка такая, как у тебя. Бля, гитара валяется, да, поднять нельзя, она. Песни на гитаре. Так. Ой, не царай, что ли. Компас? А ты какие патроны? 9-19, Андрей? Иди сюда. Чё здесь там? Отмечены все военки на карте. Ага. 9-19 надо патронов? 380 ОЦП. А, нет, на этот, на пистолет-то. 380 ОЦП. Хуя себе, ну что стреляет, блядь. Ну это скорость. Это что-то ИЖ-ИЖ-ИЖ-АК. Что-то такое валяется. О, флаг нашел в виде черепа. Иди, давай, челябь. О, еще один флаг нашел. Челяб, у меня два флага еще есть. Там, ну, кто зайдет, скажет, что два флага есть. Ишь, я тоже ИЖ-АК нашел. Через джинсы и шортики. О, Андрюх, нашел тоже мокасины, только белые. Надо 357-й магнум найти. С револьвером можем выстрелять. У меня тоже есть револьвер. Ни хрена, тут какое-то объявление, блядь. Короче, надо на крупную военку. Надо на крупную военку катиться. А вы на тачке, да? Да. Надо вас найти. Андрюх, езжай сюда в другую сторону. Там, где этот. Ну, переезжай просто вот. Зеленые мокасины, ёпта. Не надо это, зеленые мокасины никому. Ну, я как раз нашел, так что. Штетик. Блин, ну ладно, я возьму кому-нибудь зеленый мокасин, надо Андрюхе. А я тут не проеду. Мне надо с другой стороны объезжать. О, ларьки, может, там пахают. У меня мясная нарезка есть. Ага, ларьки, там уже для него входит. Какие ларьки могут быть, блядь. Нашел еще белые мокасины. Там уже, скажи, все съедено. Да. О, 12-й калибр. Я тебе могу дать, у меня есть мясная нарезка. Да я вроде сытый, нормальный, грибов наелся. Как будто не слышался. Нормальных грибов-то? Свежих? Шампиньоны были? Да, я все ел, ничего страшного. Опа, бочечка. Подосиновикин. Опа, бочечка. А нам бочка не нужна, да, нам ее ставить некуда. Вон Андрюха едет, ты че? А куда мы ее поставим, машину? В тачку, да. Уже капот. Дождик, ты нахуя, пиздец. Ну, классно. Ой, блядь, там некуда. А черный пол нет такого дождя сильного. Есть. Не обращаешь внимания. Он бывает по ночам. Сейчас зажигание еще и нашел. Но по ночам плохо, его не видно. Вот здесь днем он, блядь, прям такой. Поехали на военку, Люнь. Поехали. Так что, стрелять, конечно, плохо, поехали. Так, вы только смотрите, куда ехать. А, у Люни карта, ты им показывал, где военки. Да и... Тогда им нажми, вот тебе карта. Точно. Ну вон, Айр этот. Сейчас нам получается, знаешь как? Вот здесь вот где-то рядом есть этот Outpost Elite. Вот там военка. Там делать нечего. Там это был... маленькая военка, да. Там делать нихера. Едь вот прямо, Андрюха. Вот дорога правее нас. Прямо на ней стоим. Угу. Подожди, терялся. Надо там говорить, налево. Нормально? Налево, короче. Походу так чувствую всем, да, зашел? Налево. Новая карта всегда интересна. Прямо. До кругового. На круговом дальше увидишь, прямо и... Там УАЗик стоял, кстати. Может, он тоже рабочий? Тут ванильный транспорт.
ванильная, прям. Я уступаю просто. Дальше. Круговому прямо. Круговому прямо? Да, по главной по круговому. На... Ну, блять, ладно, так сойдет. Андрюх, ну ты же, блядь, не на модовый гоняешь. Поаккуратнее давай, блядь. А не нормально. Так, там дальше. Здесь... Ой, это что за здание? Нифига себе, дань слева. Справа это. Дичка вот здесь... и все. А. Вот здесь сейчас скоро будет это, слева? Вот едем. Знаю. Здесь заправка, кстати, по-моему, была раньше рабочая, когда мы играли. А вот здесь вот стойка, вот остановись-ка, тормозни-ка. Ну давай на заправку, я сейчас вон здание сбегу, посмотрю. Там раньше крафт был, блядь. Смотрю, мы сейчас... Заправимся? Канистры? Так канистры нет, да, наверное? У нас две канистры. А, в этом, в палатке они обе. Бля, я вылезти не могу, заебись. Коробка гвоздей. Тут что такое, кепка? 19. Скинуться можно. Шлем. Зажигалку нашел. На крыше ни хера нет. Сейчас я сюда сбегу, посмотрю здесь. Так, навес. Набор электрика имеется. Я навес нашел. Коробочка патронов на ежак. Там две еще коробки в тачке. 380. Лак, это такой. О, 308, да ну. А навес нужен или я его выкидываю? Да так, выкидываю, но... нафиг. Ким свет. Мультивитаминку. А не Леня. Леня. Я в магазине здесь. Магазин. Зигмак есть. Зигмунтмах. Зигмак. Зигмак. Магазин. Так, вы где? Лёнь, ты быстро умеешь бегать? А вы где? А мы вот тут рядышком. На заправке? Да. Ага. Он там, который стоит рядом, да, с вами? Кто там бегает, стоит? Зомбик бегает там. Там на втором этаже это заправки нет ничего? Не знаю, сейчас буду смотреть. Нет, Андрюк? Я смотрел, уже нет. А в канистр, если бензин залить? Нет, канистр. Ой, в канистр, в кастрюлю. Там вода. А-а. Зачем тебе фейерверк? Опускать. Бойтесь. Он такой же, как у нас? Или обычно? Короче, я вам тут кроссы приготовил обоим. Одному белый, одному... Благодарю. Зажигалка мокрая? А, сейчас зажигание. Бутылка воды есть. Надо кому бутылку воды? Еще пистолет. Можно бензин попробовать налить. 380 пистолет. Ты решил зомбика все позвать, что ли? Конечно. Я же сказал, что люблю выпускать. Ну, я сейчас в машину прыгну, поехали на террасу. Ну, он уже бегут. Да, вон бежит уже.
Прыгай, Дэн. Ты где Блейз нашел? Там, в этой новой. Надо? Салюту поехали, может. Это может. А зомбака салют убил, прикинь, глянь. Да? Да, вот видишь, они на салют бегут. А, да, да, да. И потом дамажит. Блять, кончился. Налево. А что там в Ниве лежало? Дверь. Разве? Ну ладно. Ну, показалось бы. Так прямо за круговой, так по главной. Все по главной. Направо там. Я хотел предложить по полю поехать, но мы на ванильке, и мы расшибемся. Направо здесь. Сейчас уже чуть-чуть не въехали. Все прямо. Второй поворот направо будет, я скажу там где. О, там что, рюкзак? Или колесо? Колесо, блядь. Да. Ты не живой? Мне окошко сделали, разбили. Тормози, тормози, там мой пистолет. Прицел. Блин, не стоит. 19-11. Патроны 45 АЦП на него уже, по-моему. Да. Зачем тебе колесо это? Это все уже. Прицел он валяется. Сорокамиллиметровая дымовая граната он валяется. У нас чуть-чуть поруинилась правая сторона автомобиля. Да, у меня стекло разбилось. Проветривание. Ну, нормально. Алёня там надул сейчас. В очках сидит такой крутой, блин. Так. Прямо. Дальше. Да я смотрю, что здесь есть. А-а-а. Пить все хотят, нет? Есть вода? Все. Ну, у меня... О, я вылечился, прикинь, выздоровел, наконец. Вот, видишь. Дальше. А, вот тут направо. Еда, что-то у меня почему-то все падает, все время стрелка все вниз, нахуй. Еда и вода постоянно, блядь. После места налево. На аэропорт, что ли, едем? Да. Смотри, вверх смотришь, в небо, дальше, там как будто здания большие стоят. Да, квадрат. Где-то здесь поворот. Да, вот здесь поворот. Где там? Вон. Там по другой дороге, по-моему, тоже можно въехать. А лицу-то, а непонятно, что написано. Пойда, можно поехать по этому. Танк, Андрюх, не твой? Нет. А думал, ты забыл, аккумуляторы сели. Да, по-любому. Я специально оставил на потом. Ну, вдруг. Блядь, 90 идем. Бля, Андрюхе очки дал, он их так и не забрал, блядь. Очки давал? Да, около колонки тебе скинул очки, а ты их не взял. Я не видел, что ты мне давал очки. Че, входы вылезли? Подожди, здесь может ворота закрыты быть, нет? Не, открыты. А, открыты, поехали. Бля, наверное, уже лутал кто-то нас. Да кто? Да кто-нибудь. Вот давай сюда к зданиям, влево. Влево к зданиям сначала.
Здесь сначала пробегаем все. Потом там можно самолет съездить, его на те здания. Там в конце, я смотрю, это стоит. Аптечка похудела. Тормози, блядь. Газу давай, нахуй. Или назад давай, блядь. Я, блядь. Ну, топил, блядь, единственную Волгу на карте, блядь. Че, выходим? Погнали, короче. Лутаться. Хотя я не думал, что здесь канава ебаная будет. Тоже как-то... Да. Обычно все подъезды ровные, а тут каналом. Ну, ты, блядь, разрушенный же военка. Вот она и канала. 45. Пошел. Дверь открыта. Да не, походу, здесь кто-то был. Когда-то. Когда-то. Давным-давно. Так женский, блядь. Ну да, прям он мне, блядь, нужен ваш пиджак. Синилку нашел полную для оружия. Надо кому-то починить. О, флаг есть, как такой, это прикольный, кстати, как он. О, граната осколочная, заебись. Я нашел магазин себе на М-ку. С тремя патронами. Да Дэн там уже кто-то гасит. Да, зомби, зомби. Все бегут? Один, а во второй идет. Но не дойдет, да? Да, не дойдет, у меня блейз. 40 патронов, без разницы. Сплошная пригорок, похуй. Как вспомнил. Ставится. Не ставится. О, я нашел мегафон. Симку? Нет, который это. Симку. МТС, бля. Да. Гранат. Это здание большое лутали? Двухэтажное, которое. Ангар лутал. И вон там. Ага. Там дальше были уже? Нет, только вот в нем. Ты не уталыш. Не. Зомбак брать. ИСГ. Офицерская фуражка. Беретка. Музык, патроны. Рация. Забирайте. 45-ки. Чьи пятки? 45-ки. О, М-ка. М-16. Бинокль. Лейс надо, нет? Ой, что-то. А тундра, тундра. Давай. А, тут, подожди, у тебя ружье, что ли? А у нас каких у тебя? На 308. Я тебе могу 14 сейчас скинуть. Не надо, я на других нормально. Вот 45-ки нашел. Так, 56 на 45. Штык-нож. А штык-нож мне не, не крепится штык-нож. 42. Сука, темнеет. Но у него. Там, по-моему, зомбик стоит. Да. Сейчас я ему дам. Дай ему, дай. Бля, здесь дверь завалена, наверное. Чем-то. А что, пожарка, что ли? Походу, нахуй. Да, пожарка. О, распидратор. Шлем пожарного. Нам нужна свеча накаливания. В машину я сбросил, Андрюх. Там, посмотри, в машине... Накаливание? Да. Ну, маленькая? Нет, длинная, которая на Хаммер. А, длинная. Хаммер нашел. Да, я Хаммер нашел с аккумулятором вместе. Нифига. Все равно делается, спасибо. Должно быть. Надо вот это. Сильнее полутать.
есть? Да, нет, ничего. Хаммер, конечно, такое себе, но... Почему такое себе он? Ну, он хреново едет же. Да ладно. ВДВшный пожарный, нахуй. Блин, а? Пожарного ВДВшного чуть не убил. Бежишь на меня, как сумасшедший. Да я вообще сумасшедший, по сумасшедшему, понимаешь. Дым граната. Адреналин. Запасной механический прицел. Нормально. Ты думал, тут больше будет? Нет, ни хрена. Так, я, если что, в машине на заднем сиденье отошел. Катушка, катушка валяется. Штаны. О, аптечка, заебись. Охуенно. Аптечка-то заебись. Там, кстати, я просто из нее сейчас вытащу. Набор для переливания. Да, там пин. Блядь, а у меня что? А у меня тоже уже не было что-то, блядь. Да нахуй бинокль выкинуть. Я бинокль, я бинты этот выкину нахуй. Кого тебе смотреть бинокль, блядь? Да. Это перчатки прорезиненные. Так, вот здесь еще одна палатка. Ты бегал здесь, нет? Вот тебе в этой. Я тебе пролутал. А, ты на той стороне пролутал. Да. Но здесь нет нихуя. Тут одна дым-граната валяется. Я одну... О, да. Нихуя. О, Хаммер. Так, а тут что дальше-то есть что-нибудь? Рычит где-то, блядь. Меня хуля по одному патрону у меня, блядь, больше нету. 308-й, у тебя есть 308-й? Да, 308-й. Вот, бери. Да. Блядь, это ничего, ну ладно, похуй. 5 штык ног. Тыкнул. Бля, фонарик-то нет налобного, да? Да пока нормально будет всего. О, маг. Дай. А твой что ли? Кого? На, маг-то. На, у меня их два было. О, все, нормально. Заебись. Это что творится? Берет зеленый. Блять, стыдно. У меня ВДВшная эпоха. Ебать, дождь хуярит, да нихуя, блин. Пиздец. Пустота. Ха-ха. Чё, побежали к машине тогда? А в тачку, да. Покурить сходим. Противоядие по X, нахуй, заебись. О, Фокс. Нихуя ты, блядь. У меня уже их, походу, два. Где второй-то, блядь? Нихуя ты, блядь. А, один адреналин, один по X, нахуй. Я заебись. Идем в тачку. Иду. Шприц, подожди. А, прицел ПСО. У тебя не ПСО, что ли? У меня МК. Ну попробуй, вот здесь это, где медики. Вот он лежит на ящике. Блядь, сука, нет. Нихуя? А ну-ка, на это пойдет. А нет, это, нет, там нет. Лежат прицелы в машине. Посмотри, может там подойдет какой-то. Нихуя вот, прицел валяет. Вот. Блять, на стриме ничего не видно, а на этом, на Монике охуенно все видно. Странно, бля, ну Покс уже заебись. Да, вообще охуенно. Ты кашляешь? Я нет. Нет, я имею в виду вообще заебись. Это, просто я вот думаю, блять, что-то нахуй из оружия хуёвское. Как бы не особо. Ничего не подходит. А ты в машине, что ли? Да. А, нет? Ну, блядь, он... Это, подъезжаем к самолету как раз. Я около самолета сходим покурим, я как раз самолет проверю. Ты-то дома куришь? Я-то не могу.
Да, я сейчас электронку курю. Ну, а меня заебало на работе сегодня завезти электронку. Нет, ты сейчас нахуй надо прекращать покуриванием дома нахуй. Так, вот самолетик что-нибудь есть? Нет, самолет пустой. Самолет пустой. На, если что, везешь мне? Откуда он взялся? Не знаю. Спасибо за соседа. Я тебе за руль. Я отойду покурить тоже. Андрюха, бойся, он за рулем. Если что, в багажнике есть лампочка, можешь еще одну вставить, там левая разбита. Подожди, сейчас. Лень, стой. Надо посмотреть, куда нам ехать. Такой. Военку еще бы найти. На нахуй. Аж, блядь, кишками закидал, блядь. Андрюх там, походу, кто-то что-то делает, да, смотри. На коленочках у него лежит, блядь, прилежит. Блядь, ты что-то пугаешь меня, лампочку ищу. Где она? Где лампочка? Блядь, а где у нас этот-то еще есть военки? Андрюх, нет лампочки, это спички были. Вот есть военка дальше, Катаран. Она у нас, если мы сейчас выйдем. Здрасте. И по прямой. Поехали на нее тогда. Ну, допустим, добрый вечер. Наверное, жесть. А, давай. Да, что-то я не вижу лампочки. Была. Да, я сейчас пожру. Может, в палатке осталось. Бля, у нас же еще палатка есть, да? Бля, какой телефон, нахуй. Кому звонит? Все разбежались, блядь. Мало ли, блядь. Лёня, вставай. Этот смотри, у себя выключает будильником. Я мясную нарезку ем. Ага. Дальше спать, нахуй. Андрюх, садись за руль, поехали, доедем до эту, до палатки. От палатки что заберем, нахуй, будем дальше кататься. Я просто не помню, где там палатка. Сейчас я пожру, подожди. Не, курить, короче. Пускай теперь у меня на коленочках полежит. Пустили зомби по кругу. Сейчас, подожди. Знаете, короче, с берега подвозил на ТЗ. Где? С берега на ТЗ. Ну, говорю, где глянуть? Деньги не глянуть. Палестинцы. Это кто? Чувак зашел, палестинец. На английском разговаривал с Палестины. И что, ты его на английском довез? Ну, так, да, что-то... Чё мог по-английски, я объяснил. Еле-еле, блядь. Чуму-чуму, ебать. Ага. Я говорю, Russian Moscow forever, блядь. Ржёт сидит, блядь. I believe I can fly. А он тебе в ответ, I believe I can touch to sky. Сказал, что нравится этот сервер ему.
Это как он тебе сказал? Сервер что-то там лайки, что-то там. Может, тебе показалось, что ему нравится? Сервер лайкит. Сервер лайкит. Да. Что там, еще что-то там? Mm. Нихерово, на от базы на 2 километра, даже на 3 с лишним отъехали. В смысле? Ну, до этой самой, до военки. Mm. Блять, левая фара так горит, как будто у меня горит только правая, блять. Хуйня какая-то. Я думал, приду, сейчас будет смерть, не повод сдаваться. Эй, этот, Лёнь, тебе это Серж-то отдал, Мани? Что? Сергей Мани отдал. Какие? Гитахи. А, они на флагбишах. А, что-то писал, что типа заканчивается, еще не закончилось. Не, ну я ему сказал, говорю, давай поделим пополам. Я говорю, не, я ему предложил, так как два раза вклад же был. Вот, то есть процент, чтобы он забрал, а эти 3К тебе дать. Ну, он мне так и отдает. 3К, да? Ага. Ну, я ему так писал, говорю, забери, говорю, процент, который типа накапал. А, это Лёня 3 как АД. Андрюх, не проедем, наверное. Да, вот я тоже думал. Они сейчас... Настя закинула на фамку 2 ляма. Угу. И они, короче, сегодня открыли ограбление бизнеса. Ага, нифига себе. А ну что, бля, решили в это пойти, блядь? Криминал? Не, оно там как сопутствующее задание. А, понятно. Есть основное, типа, ну, как вот банды... не официальные, но эти бандиты, а ага. Можно, короче, выше, там есть типа сопутствующие, ну, типа, ты эпоху будешь, ну, легалкой заниматься, но в тот же момент семейный может фамкой заниматься ограблением. Только ага. Надо этот, как его, одежду, цвет, чтобы было. Mm. Знаешь, под что делаем одежду? Mm. Не поверишь. Нет. Эти, как их, блядь. Да, ну, блядь, фильм-то, блядь, пиздатый этот, как его. Сериал-то. Вот что это козырьки? Да. Не родись красивой. Ну, Андрюх, у каждого разный пиздат сериал. Че еще раз? А, не, ну а что такого-то, не родись красивой? Ну, что, нравится человеку. Хотите прикол? Ну ладно. Что ты, Андрюх, давай сейчас. Чего, да? Помнишь, какая фамилия была у нее? Нет. Не помнишь? Бля. Да. Бля, да хуя поднялись, что ли? В администре сидят. Важные, блядь, пиздец. Проснулся, блядь. Это кто? Это зашел вообще? Кто это матершинник. Такой? Че, блядь, попутали нахуй? Я хуй понял, блядь. Где попал-то, блядь? Да, блядь, кого? Понятно, блядь. Вот именно. Ебет кого? Сейчас, пацаны. Двух. Один выстрел. Да. Андрюх, ты что стоишь-то?
Сейчас он придет. Я не понимаю, что за хуйня происходит. Где? Не понимаю. А, не надо понимать. Нормально все. Спасибо. А, пожалуйста. Тебе надо записать планет на ролик с этим пассажиром. Да, одному человеку, который эту фразу придумал, надо показать. Ты что, пацантре? Сделайте с ним что-нибудь, он повторяет. У кого есть AirPods 3? iPhone хуйня. Да. Да, блядь, я знаю, мне для жены. Ты вообще, блядь, вообще. Ты, не, зашел, да, такой? Есть у кого, блядь? Тут, блядь, мы тут сидим, у нас тут айфоны, блядь, у всех тут. Ой, мои айфоны эти, блядь. Андроиды, блядь, ебаный в рот. У меня чуть ли не кнопочный, нахуй, а ты мне тут, блядь, айфон ему, блядь, нихуя. Не дерзи, сопляк. Я понял, ты что, не ори нихуя. Потише, дурак. Ена, блядь, суету нам тоже не надо наводить. До конца надо идти нам. Всегда надо, до конца на. До талого на, иди нам. Все, ладно, рад был вас слышать, все, до свидания, нахуй. Пиздец, блядь. Куда ты опять пошел, блядь? Не знаю, просто увидел, что в админской сети, думаю, надо вас подъебать, нахуй, жестко. Ты играть-то будешь или ты опять, блядь, проебаться пошел? Вообще, короче, никак. В Дейзи? Не знаю, сейчас Farming Life играю, понял? Чего, блядь? Чего, блядь? Потеряли пацаны. Farmers Life, помнишь, блядь? Ты мне еще советовал ту ипотеку, блядь. Я советовал? Да. Это гонит. А, блядь. Подожди, это у этого, блядь, типа... Да, да, за Казимира, блядь, играть. Да, 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 все понял. Ну, давай, ладно. Шикарно. Давай, все, пока, увидимся. Давай. Давай, давай. Там, короче, игруха есть, это вот, Farmer Life, там, короче, типа, ну, фермер. Ты все забрали? Ну, там угарная она вообще смешная, блядь. Короче, у нас, походу, места не хватит, да, в машине? Блять, а задавить можно мне открой? Эх, ебать, как у нас все забито-то нахуй. Давить. Бля. Нахуй нам флаги, да? Давай флаги выкинем нахуй. Кроссовки нахуй выкинем. Вообще зомбаки есть какие-нибудь? Ты нет. Не, ну карта классная, в общем, как бы. Карта хуйная. Лен, делись на тачку. Подожди, я это патроны складывал. А что случилось? Чего смотреть? Подожди, да, я тут сейчас это переложу все. Спасибо. Мне кажется, он сам закончился. А, спасибо. Ой, пожалуйста. Так, а что тут? Граната нет. Кепка нахуй выкинуть в помойку. Армейский бинт нахуй. Ой, это, блядь, армия какой. Переливайка. Да что за садик дочь везти? Я так не охота. Ты мне уже нахуя. Чего? Да тут дочь садик не охота везти. Побегут, скажешь. Бля, у нас из-за этой бочки машина битком, нахуй. Ну, выстави ее на улице. Надо вторую искать. Так вот эта в машине лежит вторая. Вторую машину. А-а-а. Так есть, надо свечу накаливания найти, блядь. Там Борн пишет. Ты не посмотрели его? Че такое? Борн уж кидал там этот. С кем он пишет? Тикет. Андрей, на мальчик пошел дать флаг. Блять. Андрюк пошел флаг. В смысле? А, не. Какой? Какой нахуй флаг, да? Борн пишет. Да сегодня, блядь.
Сегодня день админов, блядь, ё-моё. Дайте пацанам отдохнуть, поиграть, блядь, на карте другой. Я вижу, Андреича пишет. Убить флаг. Где Борн пишет, Челяба? Да. В игре он сейчас писал. Блядь, пускай Тикет пишет. А Тикет в игре что? Он пишет. Не, я вижу Тикет от него. От кого? От Борна? Тикет? Да. Где? А, Тикет, блядь, ёбаный. Китикет который? Кет. Мысли. Дал замока, он упал. Убрал камеру с прицела. Он опять стоит. Тут поставили душного, теперь поиграть даже не даст. Пиздец, блядь. Смолчал. Напиши ему, что Тикет, пиши. Скажи, ебать, этот самый, дома нахуй никого нет. Видел, как в нем писали? Нет, дома никого не писали. Даже белый обрадовался, нахуй. О, интересно, классно выхивает. Ой-ой-ой. А чё вы тут её подозвали? Она прибежала неизвестно откуда, блядь. А тут не набухивает класс. Заправляй. Садитесь в машину, езжайте. Сейчас скажу, куда. На Черно выдавать флаг. Да, трижды. А где тут заправить ее? Тут нету бака, не видно. Что с другой стороны? Вон вот откройте его. Карту. Банвойс, ну, где мы находимся. Бебраровой, блядь, что это за хуйня? Банвойс. Чё, духов внизу, вызываешь, что ли? Внизу, в углу, там слева. Такая большая парковка есть. Я там нахожусь, тут машина имеется. Нужно свечку притарабанить. Чё за бомбрось? Без куб стис... Да. Скажи координаты просто и всё. 60-60 на 872. 600-700. Нет, 6060. Ну, я понял, да. 782. Сел ли? Дверь закрой. Да, да. 700 метров. Блядь, промокшая одежда, что ли? Сейчас высохнем, что ли? Вам бы еще по пути заехать, в одну из канистр воду набрать. У нас с вами бензиновые же обе. Ну, одну с бензином вылить и воду набрать, потому что а надо радиатор заправить. Кастрюлька в канистре? Ой, в этом машине? Должна быть, да. Вот здесь вот тоже военка. Вот там видишь флаги? Да, да, да. Там флаги, там Вольф что-то написано. Типа, короче, группировки какой-то была. Не, карта зачеток, я так скажу. Ну, грудь надо, вот Серёге надо ее добавлять. Я съебу сюда играть, нахуй. Черный я знаю, а эту карту уже не знаю. Блять, тут не проехать. Не тут поехал, да. Там, вот, смотри, там что-то еще лежит, по-моему, нахуй. Эмулятор? Ага. У меня какая-то... Ой, тормози, тормози, тормози! Сейчас. Ты куда ты поехал? Там, по-моему, свечка лежит, блядь. На накаливание, на ОП этого, как его. Блядь, она же не тормозит, что делаешь? Андрюх, он там в соседних гаражах, там, по-моему, свечка лежит накаливание на у этого. Грузовик? Нет, на Хаммера. Да в пизду Хаммера, вот Волга. Сейчас надо все равно сбегать, аккумулятор там забрать. Хаммер говно. Машины ваш говно. Бля, стамин-то нет нихуя ведь. Конечно, ты заметил, что у меня же еще бензин во мне.
Она заправлена, Волга-то? Ну, может заправить. А где тут, блядь, я не вижу, где заправляют. Там. Да сзади, с левой стороны. С водительской слева. Волки. А, вон. Че, Лёнь, на этот, когда добавить будет 5С, уйдешь на этот? На банов, нахуй, съебусь ото всех. Один буду играть, нахуй, на банове. Ну, приходи. Как же ЧСО? А? Как же ЧСО? Ну, я буду его контролировать через Дискорд. А. Просто буду находиться... Понял, какие махинации. Я буду, типа, короче, в командировке, нахуй. Дальний, навсегда. Да, не Восток, блядь. Дальний и долгий, блядь. Че, надо будет сейчас на заправку заехать бензин на летних? Ну да. Ох ты, ёпта, генератор где-то нашел уже кто-то. Это я поставил. Блять, надо на ту сторону, подожди. А, вы уже в машину. Садись в машину-то. Да, подожди, свечку. О, смотри, этот, кирпичи, нахуй. Их, наверное, дал бить можно, нет? Нет, походу, дело. Вот, пиберям. А, это слесарная ножовка. Три кирпича на грудь меня чуть прибило, под выстрелом на пушке сердце биться не хотело. Надо, короче, до колонки ехать, воды не хватает. Так. О, кодовый замок еще один нашел. На 4 цифры. У нас этот парад уже, а ты все там ищешь что-то. Ничего. Сейчас. Надо посмотреть, может что-то интересное лежит, блядь. Может стол какой интересный найдешь. Ну здесь надо налево. А вы что, уже съебали, что ли? Конечно. А, ну красавцы, молодцы, спасибо. Спасибо. На дороге. Побежал-то на эту военку сбегаю, нахуй. Если иди, садись с нами, поехали. Пила, а это сетка. Ну это. Листы железа. Представь, что я 5 листов железа на банове нашел, нахуй. Ебать. Сколько мы с ними мучились, нахуй, это просто, блядь. А это чего дверь? Нет Волги? Задняя дверь? Волга. О, у нас есть задние двери на Волге? Вон, другие не знаю. Справа, да, и слева, да. Нам передние нужны. Причем, знаешь, шляп валяется недалеко, нахуй, от этого. От военки где эти флаги Вольфа-то нахуй висят? Это потому что они тогда там намудрили нахуй и потом бросили, не стали ничего делать. Потому что там на Мальцы, потом они в Пакистан полностью ушли, блядь. Не, они тогда ушли на Мальцы сначала, прям убились в нем нахуй. Да, а потом в Пакистан все свалили. Стали в Пакистане там все делать. Нахуй-то держать, блядь, банов, блядь, который, блядь, нихуя там никто не играет, и они там ничего не делают, нахуй. Вот они хейтеры. Почему здесь хейтеры, блядь? Знаешь, сколько я нервов, нахуй, потратил, блядь? С этим Римом, нахуй, с этим Бановым, блядь. Все без толку, блядь. Они только пишут, мы лут обновили, проверяйте. Ага, блядь. Ноль, нахуй, нихуя. Всю карту объездили, все дома бежали. Ничего, блядь. Да ебать, его в русском городе, здесь бегать-то можно, нахуй. Сколько мы этих листов железа искали, нахуй. Кстати, так и не нашли, нахуй. Солнце еще не видно, нихуя. А, у меня очки лежат, висят. Там я все вижу. Нет тут около колонки очков-то не валяется? Не проп... Или пропали уже? А стрей-то здесь еще, блядь. Бля, что у меня еда падает, нахуй? С водой постоянно. Может, ты болеешь или что-нибудь такое? Жарко тебе. Холодно. Ты можешь на велотренажёре едешь. Вот он. У меня есть вот такая хуйня. И она, короче, не сработала. Из-за хуйня, да? Не, я знаю, что у меня нулевая группа крови, нахуй. А что дальше, больше я нихуя ничего не знаю. Вообще, мы тут мафиози, короче. Банда на Волгах, нахуй. Вот очки лежат же. Обычно где, уже где, есть где очки. Вот.
На. На. Побежал, блядь, вот они. Во. Поехали, банда. Банда. Один бегает в шлеме, нахуй, от этого. Кузьмича, нахуй. Как его, блядь? Летчика, нахуй. Другой пожарный ВДВшник, нахуй. Блядь, вообще просто разъебали. Умчал, блядь, на Волге, на свой черный. По-любому, нахуй, этот. Что-то не так с ним, нахуй. На Волгах на черных мало кто ездит, нахуй. Поехали туда, повыше аэропорт, там еще одна военка. Поехали туда съездить. Серега сейчас зайдет, мы тут на Волгу уже катаемся. На хуе, я ж нихуя вы, блядь. Вы давай только не бейтесь нихуя, то это как бы... Мы аккуратно, нахуй. Я же безумный тормоз. Чиляк, давай на банов, нахуй. Будем на четвером на Волгу гонять, нахуй. Я могу без поворотников. А чё, ты машину видел, что? Думаешь, она целая? Да. Лень, тебе нужна машина. А она без... А, там... Тормози, блядь, не ударь её, нахуй. Ну-ка, глянем, что тут. Да волнуется. Гюнтер, блядь. Бензин-то поставь. Ну, бля, бензин свеча, только... Свеча, всё есть, слышишь? Только бензин нет. Мало. Колесо поставить, да, надо. Бензин, подожди, в багажнике же ещё канистра была. Целая причём. Наливаем. Бля, чё я не могу взять этот? А чё, тут тоже, кстати, толкнуть машину можно. Так это, блядь, мод, ой, мод, говорю, обновление-то какое. Владимирский. Я колесо не могу взять в руки. Зачем? Потому что я с машиной взаимодействую. А, ну. А-а-а. Еба, у меня теперь тоже тачка есть. Челяб, заходи, короче, у нас теперь три тачки, нахуй. Парни, правда, по пиздачу у них там на Волгах, а я на Гюнтере каком-то. Фольксваген, старушку я бы догнали. У них колеса не дергаются, заебись. Ну, мне нормально, мне сойдет. Я все равно этот пожарный десантник, так что мне похуй. Сейчас на Гюнтере, ну, жалко, не красный. Посмотри, сколько у тебя там воды в радиаторе. Целый? Воды в нем сколько? А как же посмотрите воды? У меня на красном, у меня на красном стоит. У меня... А, получается пустой, нахуй. Ну вот, пошел кверху. Мне тебе кажется, или у меня машина назад тянет, нахуй? Да, вниз подкатилась. От веса воды, что ли, блядь? Наверное. Все, заводи. Да мне покажи, колесо надо достать, нахуй. Зачем тебе колесо достать? Все колеса на месте стоят. Ставил его, ты чё? Да? А у меня нет. У меня колесо в багажнике. Да? Ну едь появится. Поехали на заправку доедем. Где заправка? Да, да. Сейчас надо глянуть, где заправка. Сейчас, короче, назад, как сюда заехали, и потом первый поворот будет направо, назад, как заехали. Здесь направо, да, и потом на первом повороте еще раз направо. И там где-то на кольце должна быть заправка. Вай. Ну ты гоняй. Ну, дядя. Так я даже я первую даже не додавил, ее понесло. По реплике, потому что, блядь. А, после кольца заправка по левой стороне. А, мы ж на ней были уже, ёпта. Мы ж ее лутали. Блять, дым, 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 дым,
Я слышал звук разбитой машины. Что, да, не вырезать? Хорошо, не разбитых зубов, нахуй. Давай? Подожди, дай вперед попробую. Давай назад уже. Все, выехал. Бля, у меня один хуй колеса не видно, короче. Да без него катайся, короче. Не нужна тебе, брат, такая машина, да? Коробка гвоздей в Неве лежит, нахуй. Хочешь строиться? Да, конечно, будем строиться. Что, не будем, что? Там Сережа сделает вайп-карт. И все, блядь. Че, где заправщик-то? Кинёк, канистр, Андрюха. Если у него кину из БК 18-й пулькой. Батя, она долго заправляется. Ну, пиздец. Что за херня? Я помню, как Лёня на ТРС или Челябу жаловался. Бля, мы на Пакистане эти 20 канистр, я говорит, заебался ждать их нахуй. Главное, с колонки быстро заправляется, а в машину ёбнешься. А что дверь не одевается? Вот не обновился? Да ты какую? А, это ты правую заднюю пытаешься притулить. А, я думал, ты передняя левая. Из рук по-другому. Набор для шин возьмём. Все, заправляйтесь. Я заправился. Лёнь. А машину заправлял? А канистру, Андрюх? А как ты машину заправлял? Там, по-моему, канистры заправляются, нет только? Какие канистры? Или прям машину заправляешь? Ну, вообще канистры. Сейчас бочку бензина наберем нафиг. Да. Сейчас правда, это будет долго и муторно, но... Давай Леню заправим, забей. Нафиг это долго. Ну, ты заправляй Леня, а я буду этой самой кастрюлькой заправлять. Кастрюлька, это же там... Где, кстати, кастрюлька моя? По-моему, у тебя в Ниве. Ебать, я нашел пиздатую штуку. Болт. Что болты еще ходят? Да эти, как его, блядь? Да арбалет. Да. Такая хуйня. Я бегал у нас. Почему-то выше стреляет постоянно все. Бля, они бы еще дольше бы сделали эту херню. Я говорю, это долго вообще. Пиец, даже 1% не налил. Ну да. Его нахуй эту идею, блядь. Забей. Я тут 200 лет проведу, блядь, эту бочку. Кого? А, 12 калибр. Я всего 1% налил. А с одной кастрюли? Да, это мне надо 100 кастрюль в нее заправить, блядь. А что, полный, что ли? Все уже? Две канистры полная тачка? Ну там было сколько, сейчас гляну. Да? Нифига, быстро. Канистры тоже залей бензин. Сейчас. Куда? А все полные, Андрюха, полные. Я тоже до полного заправился. Ну, все, поехали. Давай за мной. Подожди, я у тебя канистру взял, обратно положу, наполнял тебе. Ну, все еще плюс две канистры, целый кентр. Все, поехали за Андрюхой. Там за военка еще какой-нибудь, давай на военке. Вот где аэропорты мы были, там подальше военка. А после аэропорта, если не влево, как мы на аэропорт поворачивали, а дальше проехать и влево повернуть. И по прямой там есть, там какая-то военка была. Вот давай ты это, знаешь, давай поехали с тобой. Ну там, блин, написано было. Блять.
Выше был прибыль, думал, проедет так же, нифига. Алёня улетел на своём Хунторе. Ой, зря он, этот киснет. Я знаю таких... Через час еду. Я знаю таких супергонщиков на ваниле. Через 5 минут, блядь, пацаны, я откину. Снимите меня с дерева. Андрюх, цепни меня к трупу, да? Бля, ты чё это? Хера ты наваливаешь, что? Ну, я грузнусь. Где там эти двери ебаные? Еще одно колесо соспамилось на этом. Нихуя тут, блядь. Ебать, челяп, ты бы видел, тут банда волжариков пролетела, нахуй. Они говорят, что я ношусь, они летят, блядь, как полорешный. Сейчас от Волга об бетонную плиту нас в гармошку сложит. Не, на Гентере прикольно, но, бля, я тоже хочу теперь Волгу. На Волге ездить. Надо еще поискать. Поворот направо. А что, мы направо поворачиваем? А мы на военку же, он сказал, поедем. Да, направо. Зато и военка, и другая военка. А там по прямой проезжаем, упремся и влево. Ну-ка пусть он вперед едет, ну его нафиг. Ты езжай. Не, за тобой. Если что, вот мы тебя это... Как бутерброд раздавим. Да я-то потихоньку еду, я не могу, бля, Андрюх, он летит, блядь. У него хули Волга. Я всего 70 еду. Ну я тоже 83. Соответственно, сейчас для меня Лёня. Нам не поворачивать, а прямо их? Да. До следующего перекрёстка. Сотка. Вот у нас на перекрёстке налево. Вчера ты где? Медитирую. На работу ему завтра еще. Там что, перекресток-то налево уходит? Ну, нормально, Андрюх валит. Я прямо за ним четко иду. Давай не догоняем. Четвертая почки в остечку, 130. Ну, я 128 еду. Торможусь. Но... Сейчас один удар и наглухо нахуй. Не, мы на расстоянии. Один маленький камушек на дороге, да, и до свидания, да, жизни. Это точно, да. Нихуя там этого. Это что такое? Это стоги сена. Вот, я тоже сам подумал. Чуть-чуть эти. Не вспомнил, как называется. Да, бля, где это? Где это военка? Езжай, там после города. Поля, блядь. Она далеко, ну тут большая карта. Привез нас яблоки собирать, что ли, на лето. Да. Пожрать сейчас. Бля, он сзади. Я поднимусь лучше. Бля, он сзади. Да, не поднимусь. Я не обгоняю, я держу дистанцию, ну нахуй. Сейчас один кто-нибудь хлоп, нахуй, и в гармошку сложимся все втроем, блядь. Что у нас тут будет? Лень, проезжай потихонечку, я догоню его сейчас. Чего ты? Так, ответить надо на отца. Да, спать, 10 лет спать. Надо карту посмотреть вообще, где мы едем. А, еще вперед, Андрюх. Так то блокпост маленький. Ты на Катар, что ли, едешь? Да. Ну, так это блокпост просто маленький. Думаешь? Конечно. Приблизь и посмотри. Блять. Ладно. Поехали посмотрим, может что-то есть.
Блядь, да, вот как, блядь, едешь, и никак не доедешь, блядь. Она маленькая. Никакой не маленькая. Кто сказал, что она маленькая? Мы наоборот сказали, что она охуенно здоровая. Да мы уже заебались ехать. Ну да. В смысле я догнать вас не могу? О, корова. Ой, блядь, тормозите. Добивай, блядь. Ну, нахуй. Он нас съехал в сторону. Охота, ёлка. Охота на охоту. Мясо, где нужно. Блять, вовремя выбрано. Заебись, поохотились. А что там тут все перекрытое, блять, какая-то. Две Волги, один Гюнтер напали на двух коров, блять. А тут мясо не стакается, прикинь. Ну понятно, что оно тут не стакается, ваниль, ёпт. Думал, что где мясо будет стакаться здесь. Вон жир жарит на палке, нормально. А мясо что, думаешь, хуёво? Оно также попортится здесь, да? Конечно. Да. Надо пожарить его, надо чтобы портится. Надо или сварить, или пожарить, нахуй. Бля, у меня забита вся тачка, к себе скидывайте. У нас кастрюли есть, может, сможет в кастрюле, блядь. Ну, мы сейчас воды, если наберем, то сварить можно будет. Они вот это твои этот. А что там, друг, на машине-то поехал? Пошли так. Потому что десятка литров. Флайер кидаются, блядь. О, Адрик, нормально. Что там нашел? Адреналин. Угу. О, фонарик взять можно. О, тетричек, заебись. И нам ракета нахуй не нужна. Сумка, о, еще бинтик, ништякс. Штаны химкостюма. Мы еще никуда и собрал. А блять, без КДИ у нас. А, че ж ты гнешь, почему не ставит? Сука. Винтов вообще гора, заебись. Андреич на Мальск, пошел выдать флаг. Андреич? Андреич. Локхард, серый на Мальск, на Мальск, а получить купленный за кристалл товар. Ну, шанс. Нет, нету, я умер, я ушел. Ну, давайте напишем, просто ожидайте пятницы, и все, что, какие проблемы. Я сейчас дам я на Мальск этот, блядь, блядь, флаг. Сену спать, 5 минут, 15. Че, я пишу туда, ожидайте, да? Да, ожидайте, сейчас мы 15 будем. А, Челяп, ты тут не был, что ли, я с тобой разговаривал? Не, я же ушел этот... Духим заполнен, является, прикиньте. Башмаки, штаны, окна. Кричат. Че, будем химзу собирать? Заводская удочка, нахуй. Возьмем. Там, блядь, надо было костей взять. Я задумался. Ой, блядь, с вами заебись, но я буду рот идти надо. Челябу не хочет с ним играть. В смысле? Тебя зовем. Куда? Ох ты, ёпта, АК-47, нахуй. Ксюха, что? Угу, с обоймой, блядь. У меня еще где-то обоймы есть. Ништяк.
На банах мы тебя зовем. Куда? Кто кого куда зовет? Челябу звали на банах сколько раз, а он это не отвели. Он молчал. Нет, влипает, доктор. Он молчал. Меня маленько затроил, нах. Лагаю. Большое здание проверили, да? Бля, карта, понял? Из-за того, что большая, все получается, да, относительно масштабным. Даже те же самые промки, ебать. Ну да, так. Блядь, интересно, а вон там есть двери, блядь? Мне надо двери на машину. Колеса у хамеров валяются. Колес, блядь. Чё себе? Олга, блядь, опять. Андрюх. Дверь на Олгу. Чёрная. В Гюнтере? Да, еще одна дверь, еще одна Олга. Олга. Обе двери валяются, короче. Охуеть. Где они там эти? Выйду я здесь, типа. Здесь Андрюха не вайпнет. Ой, Андрюха говорит, серьезно. Ладно, писать ему, чтобы не вайпал пока. Дал ты поиграть. Он может не вспомнить. Вторая дверь. Впереди. Внутри. Вы там возьмите в тачке еще надо, Волги. А что там у тебя есть? Ну там всякая фигня. У нас кастрюля есть, мы сейчас этот день, наверное, костерчик разведем, пожрать приготовить. Тут что-то у меня жрачка с воды падает. Так, черно. Иду черно, черно. Че, куда Андрюх дальше-то? Не знаю, костер разжечь, да, пожрать приготовить. Ну, давай. Здесь направо можно. Чего мама сказала надеть? А где он такой взял? Капитан Болт, но не у нас. Я класс. Приколы и мем скин. Да, встать так, чтобы не снесли. Кто тут такой? Мы с тобой, то есть, да Серега будет ездить. Может, Челяба зайдет. А, да, такой в спавне есть. Чё? Да? Он просто редко попадает. Что ты остановился? Я остановился, Лёнь, просто посмотреть этот самый фотку. Поехали. Чё, Челяб, не хочешь на банов? Вон там, этот, царь и бог сейчас. Бегать все. Ты тут, ты здесь, ты там. Да, Челяб? Молчит, что-то затейл. Так, давай, Челяб, направляй, кто первый? А, кто первый? Андреич, да. Флаг надо выдать. Добрый вечер, блядь, оттормозился, ёбаный в рот, блядь. Андреич, потом Локхард. Ему... Там. Заебись. Поехали обратно на военку за той Волгой. Ну, забирайте, за мной этой. Андреич, на Мальск, погнал. Ну, этот лог тоже на Мальске. Угу. Он взял мазу, что-то он взял. Вот завтра ночь схожу, как раз будет пятница вечер. А, уже пятница, это я чё? Блядь. Суббота на воскресенье выдается. Запутался, нахуй. И пойдем на банов. Давай на стене. А это что такое? Кто-то откис тут?
А кто откис на переходе на черный? Ага, мару. Ну ладно, раз молчат, значит, так могу. Привет, привет. Здорово, здорово. Че, флаг какой, любой? Да, любой, без разницы. Угу. Не знаю. Как-то быстро попадают кодлоки. В смысле быстро? Я, получается, палатки поставил, написал тикет, поехал до трейда, поставил две палатки, закрыл воротинами и поставил туда кодлоки. Приезжаю обратно, уже ворот нету. Да ладно. Да-да-да, то есть на черни я оставил, там как-то, блин, пару суток как минимум. Ну то есть тут, у меня короче, не пропадало ничего. Я понял тебя, тут лайфтайм очень маленький, потому что карта не богемии, ну это модовская карта получается, и тут, ага. Ну типа ничего не сделать. Тут только от того зависит, от этих вещей. Ну карты создавал. А тут бардак ага. С этим, так что потому просим ставить флаг, и с флагом нормально все, проверено. А, я понял. Все, давай, удачи. Ясненько, спасибо. Пожалуйста, все, пожалуйста. Все хорошо. Пока. Так, и кто там что еще? Ожидайте, я бы хотел получить купленный закрытый товар, чем купил. Вот ты купил. Рюкзак на 300. Ты поставь ему этот... Челяп. А. Флажок поставим. Ага. Да, сюда ты хочешь, Андрюх? Да, какое-нибудь здание какое-нибудь. То есть мерси, я думаю. Теплый. Локхард Грин. А чем где покупал, я не понимаю. А, у него еще Локхарда что-то по базе. А что он купил, я не вижу, он что купил. Не знаю, ты у него спроси еще по базе. Я ему писал, нужно проверить по соседям. Да, где он у нас? Здравствуйте, люди добрые. Здравствуйте. А, Санек. Слушай, а можно меня как-нибудь разлутать на тесах нахрен? Я лежу на машине, а вокруг меня химка, там подойти не могут меня разлутать. Крест стоит. Просто хотя бы вытащить с меня все. Чистый четверг. Меня довезли до туда. Чистый четверг. А что химзу с собой не возить? Кого? Химзу. Челяп, спроси у него. Она помогает. Что спросить? Что он купил за кристаллы? А? По базе, я сейчас проверю, его нету. Саня, извини, сегодня не можем никак. Ладно. Попроси этих ЧСОшников, они там на месте? Да, блин, там химка стоит прям. А им похуй, у них костюмы. Костюмы да. Даже есть. Спасибо. Так быстрее будет. Они, ну, они в костюмах спокойно смогут тебя спасти. Ну, правда, это, наверное, за деньги, но... А, ладно, скажите, сколько химка эта, блядь, стоит от баллона? Ой, долго. Ну да. Полчаса. Она... Да. Мать, регистрация базы. Там, ой, посмотри, да. Александр, это, GTN сидит в этом? Да, Дискорде. Они там все вон сидят. Вовка, ну. Ксюша, Итальяна, Старлей. Ну, попроси, а он, типа, они помогут. Ну, зайди к ним в канал. 200, 11, 500. Да, спасибо. Пожалуйста.
О, побежали, суки. Только выстрелил один раз. Рюкзак он брал на 300 литров. Да. Ну это он написал. Какой-то рюкзак. 211, 700. Никакой. Опа. Андрюх. Че? 3МС стоит. А там что есть? Да, но я его не вижу, подо мной зомбики бегают. 20. Там надо по соседям посмотреть у него. Сейчас я смотрю. Не понял. Так, я побежал, сбегаю до водоема. Нормально пошло, стоит. 900 метров средняя палатка. Холшок есть у него? Которая средняя палатка. Так, штука не вижу. А-а-а. Сейчас, 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 сейчас. Вот прям для оружия. А где флагштоп у него? Локхард. Зараженный. Сейчас я напишу ему про флагшток, короче, и потом тогда про, по флагу. Что, все этот, нормально, нет сейма? Да, все, одобряем. Я думаю, почему не могут опорнуть? Потому что только зомбики попиздились, это порыно. Так, что у него? Нет, нет колес. И аккумулятор стоит. Локхард. Локхард. Да, это альтаблс не заметил. Да-да-да. Сейчас дам, получается, рюкзак. Тебе надо будет там флагшток поставить. И потом только выдадим флаг. Понял? Угу, все. А все, так все одобрено, то что, да? То, что да, все, да, нормально. Соседи. Все, то что можно, короче, достраиваться. Как флагшток и этот флаг выдать. Все хорошо. Так, да. Может этот на улицу выйти? Да без разницы, сиди здесь, без разницы. Так. Ну, забирай. Да, удачной игры. Давай, пока. Так, секунду, можете пока этот... А вот насчет готовки. В чем готовить вообще их? Я пытался вот там чай, молоко, рис. Я уже и оранжевую кастрюлю нашел. И обычную. Ни в той, ни в другой. Он просто нагревается и все. Может, так. По времени как-то подольше надо или как? Вот, там надо ну, я спрошу, тут не скажу, потому что карта, блин, ну, она не богеймерская. Была богеймерская, как тебе подсказал. А так, блин, надо подпросить, пока без готовки. Ну, просто может не работать, потому что... Вот, не, просто не я у других спрашиваю, говорят, нет, работает, типа, я думаю, либо я тупой, либо лыжи нет, говорит, нет, готовится. Воду, набираешь воду с колонки, греешь, да, вот и потом все. Варишь. Вот как-то так. Только могу так подсказать. Ну да, не, я просто, да, мод просто я знаю, как бы уже знаком, просто вот я говорю, я что-то кидал, как бы он тупо их нагревает до 70, до 80 и все. Ну тебе надо 100 градусов. Как без этого. Я понял, тебе надо по-любому 100 градусов, чтобы у тебя что-то сварилось. Это минимум. Так что имей в виду. Да, типа дров побольше. Да, если 70-80, это фигня, в доме готовь, например. Не вот как сейчас на чердаке с факе, ну, костром. В доме в печке и все нормально будет.
Попробую, ладно. Давай в гачки. Просто так, чтобы отогреться. Все, спасибо. Короче, тогда, как эту флагшток, просто кому-то из вас написать, да? Или тикет? Да, флагшток, тикет, выдаем флаг, и все. Все хорошо. Давай. Давайте, удачи. Хорошего вечера. Тебе хорошей игры. Чего это у меня, блядь, не варится нифига? У тебя 100 градусов нет в бочке. Ой, блядь, в кастрюле. Че это с водой? Вон, блядь, можешь в кастрюлю мясо закинуть, сварить. Но только не проебись, как я 2 куска спалил. Блин, это самое важное дело, хавать, готовить вообще. Да я поставил мясо вариться, а сам сел кусок мяса жарить и проебал. Да-да-да, это так обычно бывает. 17 минут. Так, надо галочку поставить. Базу ему одобрили, динамитик. Это мы закрываем. Это мы закрываем. Это мы закрываем. Там что, не восстановили, Санит? Садгос. Что там? Садгос, нет. Нет, он где? А не он заходил? Не знаю. Мисаня, Мисанюк, нам нет его. Да, с Машиного клана. Да, я вижу Маша ФК. Ладно. Это закрыть. Это закрыть. Это закрыть.